Брест – город, где отношение к военным, защищающим рубежи Родины, особое. Больше 70 лет в областном центре базируется краснознаменная пограничная группа. Вместе со всей страной советов стражи границ вели бой с коричневой чумой во время Великой Отечественной. Продолжили честно нести службу они и после победы, бережно храня память о тех, кто погиб. Поклониться подвигу по традиции приходят к памятнику стражам границ. Сегодня он был торжественно открыт после реконструкции. Святое место для каждого пограничника, гражданина нашей страны, получила новую жизнь. Героическая летопись ратного труда воинов-пограничников свидетельствует о мужестве, доблести и беззаветной преданности отечеству многих поколений стражей границ. В далеком 1941 году именно пограничники первыми приняли удар фашистских полчищ. Мужество и самоотверженность пограничных застав в 1941 яркий пример беззаветной преданности своей родине. Брестские пограничники добросовестно выполняют ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности, защите экономических интересов государства, борьбе с организованной преступностью на государственной границе. Памятник уже переживал процесс реконструкции. В 2001-м его модернизировали на средства, собранные личным составом, ветеранами пограничных войск Беларуси, а также другие пожертвования. В этот раз к делу подключился городской исполнительный комитет. Это серьезнейший архитектурный ансамбль, который является одним из украшений нашего города, одним из символов нашего города. Практически каждый фотоальбом, который показывает, популяризирует наш город, содержит изображение данного комплекса. Со своей стороны заверяю, что руководство города Бреста будет и впредь максимально взаимодействовать с Брестской пограничной группой в вопросах организации службы, в вопросах быта военнослужащих и в других житейских моментах. Мемориальный пограничный комплекс – знаковое место для тех, кто связал свою жизнь с защитой государственных рубежей. Чаще всего именно здесь проходят важные мероприятия, вручаются награды и памятные адреса. Не стал исключением и день открытия реконструированного монумента. Десятки молодых офицеров получили свидетельство о вступлении в офицерское собрание, а их старшие коллеги были награждены за особые заслуги при исполнении должностных обязанностей.